на канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Карта памяти», выход которой ожидается 30 марта. В центре сюжета сериала Лиза, которая живет с мамой в небольшом городке вдалеке от Москвы. Она работает в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию, и теперь ее память состоит только из того, что было после. Неожиданно у Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у нее совсем другая жизнь, муж, маленький сын, рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, девушка делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они узнают о прошлом Лизы то, о чем она вовсе и не подозревала. Главные роли в сериале исполнят Ася Домская, Иван Жвакин, Елена Любимова, Николина Калиберды и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Карта памяти» состоится 30 марта на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.